Первенец модели и английского аристократа Джастина Портмана сопроводил маму на светское мероприятие. Наталья Водянова, икона стиля, успешная модель и при этом мама пятерых детей. Старшего из них 36-летняя звезда стала брать с собой на светские выходы. Накануне они вместе посетили модную тусовку от Барбери в Париже. Первенцу модели и ее бывшего супруга, британского аристократа Джастина Портмана, в декабре исполнится 17 лет, и надо признать, парень растет настоящим красавцем. Впрочем, свежая и блистательная Водянова рядом с ним смотрится практически ровесницей. Наталья даже пошутила над своим супругом, французским миллионером Антуаном Арно. «Антуан, вы были заменены. Провела ночь с Лукасом Портманом», — написала модель в Инстаграм. Лукас в последние годы очень сильно помогает маме в ее благотворительном проекте «Обнаженные сердца». Он принимает участие в забегах и других мероприятиях для помощи детям. Молодой человек также регулярно публикует фотографии с и отцом Джастином Портманом, и с отчимом Антуаном Арно. Он также часто делится снимками со своей сестрой и младшими братьями. Напомним, Наталья Водянова в браке с Джастином Портманом родила троих детей: сына Лукаса, дочку Неву, 12 лет, сына Виктора, 11 лет. В браке с Антуаном Арно они состоят уже 7 лет. У супругов двое совместных детей: сын Максим, 4 года, и сын Роман, 2 года. Ранее модель отмечала, что все ее дети очень привязаны друг к другу, при этом дети от первого нашли общий язык с Антуаном.